Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выход. Выехали мы собирать верховые монетки. Что из этого выйдет, вы увидите. Меня узрели, значит, что-то есть. Сегодня видео интересно тем, что мы сегодня будем посвящать молодого комрада в наше сообщество «Поиск 63». Он на самом деле молодой, из-за этого у нас будет сегодня посвящение. Посвящение традиционное. Как я, автор нашего сообщества, я должен посвятить юного кладоискателя в наши ряды. Но так как он у нас несовершеннолетний, у нас оказался папка, и будет переводить его в кладоискатели именно папка. Какие традиции, ребят, вы сейчас все узнаете. Вступление есть, посвящение сейчас будет. Так что смотрим, наматываем на ус и чтим традиции кладоискателей. Ребят, торжественное посвящение молодого комрада. Слушаем внимательно и делаем так же, что касается молодого поколения. Я, комрад Ярослав, торжественно клянусь, накапывает явки и быть преданным нашему сообществу. Ура! Итак, ребят, официально. Официальное посвящение осуществляется вот каким образом. Ярик. Так, стоп. И вот сейчас официальная самая традиция именно нашего посвящения. Посвящает Сергей своего сына в ряды наших кладоискателей. Ну и все, ребята, вот и все. Элементарное посвящение. Получает логотип нашего сообщества «Поиск 63». И он теперь почетный член нашей группы. Ура! Не подводи. Тройное гип-гип. Класс! В общем, ребят, вот так вот мы сделали открытие сегодняшнего дня на 1 мая. И Ярик, наш комрад, новый член нашего сообщества. Молодой, причем, ребят, молодой. Ему всего-навсего 12 лет. И теперь он будет с нами копать и чтить традиции, да? Закапывать ямки. В общем, память давай. Закон соблюдать. Верно? Все. Официально все это сделали. Ну а теперь отправляемся вот на эти холмы и посмотрим, что там холмы скрывают. Итак, ребят, ну что, новоиспеченного комрада, которого мы приняли сегодня, прям буквально считанные секунды, в наше сообщество, поднял 2 копейки Александра II, царица полей. Рустик там. Ух ты! Твою налево! Твою, сука! Кольцевик! Бля! Смотрим, будет интересно. Итак, ребята, решили по полю прогуляться. У меня находка интересная. Не знаю, что это. Я думаю, чуть позже мы разберем. Похоже на капсулю. Здесь вот у нас какие-то буквы ВТО. Да. И она закручивается. Здесь клин стоит. Возможно, капсулю. Сопутка здесь очень интересная. Вот так вот. Ладно. Чуть позже, наверное, вскроем и посмотрим, прав я был или что. Если у вас есть варианты, пишите, что это такое, надпись ВТО. Итак, ребята, вон там он, капсуля около пивной моей лавочки. И вот здесь вот выпало 2 копейки. 30-й год. Хорошо. Ранний советик, это очень приятно. Комрады рядышком ходят. Поле идеально
идеальное поле для поисков. Жалко, что оно хожное. Сопутки очень много. Итак, ребята, конечно, это шмурдяк, но для меня это интересно. Это у нас бордачёс, если кто не знает. Я целых бордачёсов еще никогда не находил. Хочется, хочется целый бордачёс, чтобы был. Но, к сожалению, пока с утратами. Кто не знает, что такое бордачёс, название само за себя говорит. Чесали бороду. Это 18-19 век. Может быть, даже и ранее. Потому что имеется какая-то интересная символика. Какие-то рисунки. Это, судя по всему, латунь. Или бронза. Ладно. Парни ходят, не знаю, как у них с находками. Возможно, пустые. Потому что возгласов, криков я не слышал. Итак, ребят, ну что, новоиспеченного комрада, которого мы приняли сегодня, прям буквально считанные секунды, в наше сообщество, поднял 2 копейки Александра II, царица полей. Первая сегодня царская монета, 1812 год. Вот так вот, ребята, вступайте на наши ряды и будете тоже первыми, как и сегодня наш комрад. Ну-ка. Естественно. Молоток, мои поздравления. Держи свой награду. Ладно. А бывалые комрады пока только с советами. Идем дальше. Среди вот такого шума я услышал стон. Стон с правой стороны. Это Рустик там стонет. И он стонет, прям стонет. Это как минимум медный царь. Ребята! Ох! Павел, ёшкин кот, Павел, твою дивизию. Вот это приятно, да. И это приятно. Павел I, 1801 год. ЕМ. Сохранчик будет бодрый. Вот если я не ошибаюсь, на этой деревне все Павлы достаточно хорошего, бодрого. Рос, ну честно скажу, ты чемпион уже сегодня. Мои поздравления. Да, держи. Огонь. Да, наконец-то, за долгое время Рустик пока лидирует, чемпион. Ладно, идем дальше. Ребят, дело у нас пошло наконец-то. Благодаря вот товарищу, хозяину, представьте, пожалуйста. Андрей Валентинович разрешил нам походить по участку. И, судя по размеру, это, наверное, Александр II, царица полей. Двушечка, да? Ошибаюсь, не? Да. Да. Год у нас 1800 какой-то год. Время Наполеона. Но, к сожалению, сохран немножко утрачен. Да он еще и лопатой по ней трахнул. Красавчик. Лопаты, Сереж. Да. Единственная монета и лопаты. Да, свежие там есть. Считай. Может, культиватором прошелся. Да. А, ну может быть. Точно, на культиватор спишем. Вот, хорошо. У Ярика тоже такая же. Да, такая же монета. Так что ладно. Зачетно. Теперь мне осталось царя только достать. Но это, надеюсь, не скоро. Или скоро? Вот, говорят, вон там в прошлом году находили визуально. Так что пойдем визуально искать. Спасибо хозяинам этой деревни. Добродушные люди встречаются. Самое главное — спрашивать разрешение. Ну что, ребята, вот я прошел, вот моя лопата, след от лопаты. И Рустик вот рядышком идет. И вот смотрите. Ну, просто не фартит, ребята, не фартит. Прохожу мимо монет. Мимо монет, это двушка царицы полей. Год, к сожалению, сказать не могу. Ну вот так вот, у Руси уже... Второй царь. Ему на огородах вообще фартит. А вот верховые он ни хрена не цепляет. А огороды удачные. Так что земляной дед, который живет на огородах... Я ему просто обещал. Наложить, да, сукин сын. Так. Там он, молодой комрад, что-то возмущается. Вот, блин, папка, бегом ко мне. Сейчас посмотрим.
Че, Сереж, скажешь? Что-то есть? Пробка. Камрад ошибся. Это пробка. Ладно, продолжаем. У нас плантация огромная. Так что сегодня, я думаю, с десяток точно копаем. Ну что, ребят, я приступаю к съемкам. Вторая монета у меня. Ходим на этой же поленке. Опять, скорее всего, двушка, да? Двушка. Ребята еще вон культивируют. Сейчас будем там ходить. Снял? Да, но двундель отмоется, будет хороший. Грязноват немного. Да? Да. Серега снимает, говорит, у него камера не снимает. Оказывается, все-таки включил. Че это? Двушка. Что-то он затертый все какой-то. Да ладно, грязный просто. Царица полей. Да. 10-й год. Че, камера все-таки 10-й работает? Не пчелка там? 10-й. Нет, обычно. Че, просто включить не смог же? Да, тяжело включил. Ясно. Ну все, забираем. Зачет, зачет. Что, комрады гуляют у нас здесь вокруг. Поймал еле слышный сигнал. Яма, я не знаю, вот лопату, наверное, поставлю. Во. Вот такая. И еле-еле я уже отчаялся прям. Но он вылетел. Это у нас... Кто это у нас? Это у нас масон. Это у нас масончик. Сейчас мы его... 2 копейки масона. Отлично. Вроде орла видно. И 2 копейки видно, но грязненькая. Глубина, караул. Забираем. Ну что, мы еще нашли одну монетку, да, Ярик? Да. Ярика вторая. Вот она. Протирай, что там у нас? Видно что-нибудь? Тоже орла видно. Орла видно? Ну-ка. Кажись, похоже на деньгу, что ли. Ну давай, я про то. Не разобраться. А что это у нас? Это у нас непонятно. А, это у нас деньга. Деньга. Старенькая, приятная монета. Отмоем, ложим в карман. Итак, ребят, Рустик там. Ух ты! Твою налево, твою, сука, ты свин, ребята, вы извините за наш восторг, просто Рустик первый раз поднимает. Первый раз поднимает он кольцевик. Ух, блин. Ай-яй-яй. 1806 год. Ох, твою налево, Рус. Есть. Сохран хороший, Рус. Вообще бодряк. Да не три, не три. Давай, блин, твою снимаем. Мои поздравления, Рус, мои поздравления. Держи. Это вторая, прям следом. Красавчик. Так, у меня вот здесь вот, ребята. Вот моя монетка. А двушка Сашина. Двушка Сашина. И вон там он еще. Ну блин, ну что ты трогаешь, зачем? И вот еще одна двушка. Вот она двушечка. Представляешь? Класс. Блин, красавец, Рус. На, держи. Посмотри, начальник. Я знаю. Ух, что ты, я как щуку поймал. Это приятно. Крупная. Класс, красавчик. Вот это да. Вот это все, жди. Красавчик. Пузырь должен быть. Да, за это пузырь можно поставить. Очень приятная монета, большая, крупная. Зачетно, зачетно. Ладно. Есть контакт. Единственная монета, которая... Единственная монета, которая приятная, ребята. Приятная единственная монета. Наверное, штук 5 подняли. Закидывай. Это пока единственная. Блин, красавчик, красавчик. Рус счастливчик, он первый раз такую монету поднимает. Серега подымал,
я подымал, теперь и Рустик. Красавчик. Есть контакт, а? Ладно, идем ищем свой кольцевик. Ну что, ребят, Ярик со своей теркой поднял вот такого красивого. Шучу. Не это. Поднял вот такую вот круглую монету. И, судя по всему, Ярик говорит, что это деньга. И что это? Да, это деньга, ребята. Это деньга, к сожалению, сказать год не могу. Сохран немножко зеленый, утраченный. Но все же это монета. Вторая нашего комрада. Мои поздравления. Так, Рустик. Смотрите. Вот прибор Рустика. Где он тут, прибор Рустика? Вот прибор Рустика, а Рустика самого нету. А вот он, кажется, спит. Самого нету он. А вот он, кажется. Где? Да вот. А, это не он. Факт в том, что он с хозяином куда-то этого поля ушел. Он, наверное, пошел проставляться за монету, за кольцевик. А вот тут немножко деньга, похоже. Да, это деньга. Вот сейчас почистим. Блин, офигеть. Рустик от счастья убежал вообще. Сергей, а где Рустик, серый? Зачем? Зачем, серый? Кажись, порадоваться своей находкой. Наверное, проставляться, да? Или прославиться. Вот так вот. Говорят, хозяин на этой буквально неделе, здесь было 3 машины, 6 человек ходили по этому полю. Ничего не нашли, ребят. Ничего они тут не нашли. Но мы все-таки подняли. Да, ладно, комрады, спасибо вам, что вы нам оставили находки. А мы рады, счастливы. Ну что, дамы и господа, выпал какой-то кругляшок, еще не смотрел. Молодой комрад у нас немножко устал, пригорюнился, Рус ходит вдалеке, Санек. И... смотрим. Да, привет. Здорово, неудачники. Как настроение? Нормально? О, это у нас копеечка. Копейка 1866, что не пойму. Обратную сторону протрем. Александр II. Ну, так скажем, рельефчик есть. Не фонтан, но более-менее. 66-й. Забираем. Итак, ребят, вы в Руси. Сегодня просто в ударе. В ударе. Две копеечки Александра II. Обычная. 20-го года. И сохран более-менее, но имеется дефект. Дефект монеты. Но монетка бодрая. Очень хорошая. Вот хорошая монета. 20-й год. Приятная. Приятная царица полей. Очень частая монета. Встречается на полях, на огородах. Так что вот так вот. Монетки сегодня идут благодаря местным отзывчивым парням. Привет передавайте мамам. Привет. Любимым. Есть любимые? Нет у нас любимых. Нет любимых. Я холостой, он-то женат. Вот так вот. Жене передавай привет. Может, она на ютубе тебя и увидит. Передавай привет. Не увидит? Нет ютуба, да? Нет. Жалко. Итак, ребят, хожу я по грубой распашке. Там-то все ровненько. Там пацаны копают. Я перешел на грубую распашку, и у меня монета выпала. Что за монета? Ну, да. Это 2 копейки. Можно было не удивляться. Что-то какой-то орел выпуклый. Смотрите, какая. Выпуклый какой-то. Александровская двушечка. Орел пузатый. 20-й год. Или 10-й. 10-й. Возможно. Какой теперь чекан. Ладно. Идем дальше.
Ну что, Рустам сегодня в ударе у нас. Он сегодня чемпион. Кольцевой. Да, и вот позвал еще одна у него двушка. Да, это Дундель. Александровский. Ну, вроде все читается. Вот, к сожалению, не видно. Ну, что ж, забираем. Что у нас? Рустам ходит. Ярослав в машине сидит уже. Александр, он на перекуре. Я все-таки не стал сдаваться и продолжаю ходить. Вот прям вроде следы везде. И все равно нет-нет. Бамс выскакивает. Двушечка, да хорошая. Все читается у нее. Толстенькая. Хорош дунделек. Забираем красавицу. Ну что, ребят, будем, наверное, скоро закругляться. Огородики мы все пробежали. Рус внизу, Серега справа. Младший наш комрад устал, спит в машине. И у меня находка — голова. Что за голова, вы спросите? Вот такая вот голова. Это значок. Молодежь, наверное, не знает, кто это. Но это у нас Ленин. Ушастый какой-то. Видите, да? Прям ушастый. Я таких как бы значков не видел. Прикольный. Прикольный значочек. Заберем. Не выбросим, как шмурдяк. Заберем. Итак, ребят, сижу я, отдыхаю. И знаете, что хочу сказать? У меня две монеты. Обе монеты — это у нас царица полей, Александр. Но если я приближу, вы, наверное, увидите разницу. Не просто левая ЕМ, а правая КМ. Что разные монетные дворы. Смотрите, здесь буквы маленькие, а здесь буквы крупные. Я вам, когда выкапывал, сразу говорил, что монета очень странная тем, какая-то она выпуклая. Но это у нас, оказывается, тетерев. Если вот сейчас вот сравнить две монеты. Здесь обычная. Обычный орел. Видите, да? Обычный. А здесь крылья очень такие широкие. Подняты вверх. И шея очень длинная. Сейчас, конечно, вы это не заметите, но когда намочишь, это все видно. Вот, ребят, я намочил их. Видите, да, какой здесь орел? 10-й год. Тетерев. И рядышком тадам — совсем другой орел. Видите, разница какая? Прикольно. Пчелка у меня такая есть. Теперь у меня еще появился вот такой разновид. Тетерев. Зачетно. Монета бодрая. Пополнит разновидности этих монет. Зачет, зачет. Ребят, когда ходишь вот именно по распашке, по черной распашке, и когда среди черноты появляется что-то вот такое блестящее, знаете, блестящее. Никакой патины, ничего не было. Заляпано слегка грязью. Так сердечко ёкает от такого цвета. Но, к сожалению, это обычная пуговица. Обычная. Причем советина. Да, советская пуговица. Ладно. А как было приятно, когда бачком и блестело желтым. Ладно, пойдем дальше. Ну что, изумленные глаза Александра не успели отойти просто от трешки, как я на ваших глазах делаю глаза его еще шире. Это у нас какая-никакая серебрушечка, советы ранние. Ой.
Сейчас протрем. Чуть-чуть. Это 23-й год, 10 копеек. Серебряшка. Не горелая вроде, не затертая. Ну, отлично. Что, покручу здесь еще. Вот 3 копейки здесь было. Прошел прям 2 метра. Здесь ходили целый день. Продолжаем. Ребята, у Рустама монета. Он вот частенько мне говорит: Саня, монета лежит там-то, там-то. Я подхожу и вам демонстрирую. Это снова. Снова Александр II. Сегодня прямо изобилие Александров. Одни монеты Александра. Вот, в принципе, неплохо. Зачетно? Зачетно. Солнце садится. Пора собираться домой. Сегодня как-никак еще и стрим. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать. Вот именно на такой панораме. Солнышко садится, а нам пора домой возвращаться. А в частности, на стрим. Заходите ко мне на стримы. У нас очень бывает весело. В общем, все готовятся к отъезду. Серега по традиции делает стопочку фото его монет. Рустик уже на парах готовится к отъезду. Ну и в принципе что? Сейчас вам покажу находки. Классно получилось. Отдохнули сегодня вообще зачетно, повеселились. В общем, день прошел недаром. Так что к находкам. Ну что, ребят, будем подводить итоги. По монетам сегодня получилось во второй половине дня вообще здорово. После того, как приняли Ярика в наши ряды, и у нас все поперло. Действительно, фартово, пацан. Фартануло вот так вот. Рустику с пятаком, кольцевик. Наконец-то и у него появился кольцевик. Дальше что у нас еще интересно? Это одна копейка. Павел Первый. Тоже Рустика. Дальше что интересное? Ничего, ничего, ничего. Масонская двушка. Серегина зачетная. Серега также отличился сегодня серебром. 10 копеек. Здесь не часто попадает серебро РСФСРовское. Следующее, что интересно было, это, конечно же, вот такой тетерев. Очень странная монета. Нечастая. Очень разновид такой, нечастый. Ну, как-то получилось вот так вот. Получилось большое количество сегодня монет. И походили по огородам. Так что все на этом. Классно, шмурдяк я вам не показываю. Очень много шмурдяка, в частности конины, всякой требухи. На этом и все. Всем пока. До новых встреч.